Хасов приняли такое решение, что мы с ним должны... Росимущество отказывает в передаче... Они для чего нам нужны? Для того, чтобы как раз вот этот земельный вопрос решить. По защите исконной среды обитания, одыгавших судов в этих аулах. Чтобы земельный вопрос, мы не говорим там, раздать там, куда попало это... Долгосрочную аренду. То есть правильно сказали, на 11 месяцев, это же не лук сажать, в 11 месяцев в аренду дать землю, а сад вырастить годами надо выращивать. Эти злободневные, актуальные проблемы могут быть решены. В 90-е годы было Министерство по делам национальности, потом его слили с Министерством... Разные, организации разные, а суть проблемы одна. Закон должен исполняться везде. И с этой точки зрения, если он не исполняется, в части, касающейся Шапсугов Лазаревского района, значит, мы будем вместе с вами добиваться, чтобы он исполнялся. Этой проблемой мы занимаемся много лет. Все земли федеральные, они сейчас не передаются в муниципалитет. Сделали. Стадион вот не сделали. Я его не заставлял. Нет. Изъять у нынешних арендаторов и передать не под строительство, а под гарантии того, что это производство будет фермерское в данном случае или чайная отрасль и так далее, что оно будет вестись по назначению, по профилю. Но только тем, кто готов этим заниматься. Вот такой разговор у меня был там 2 недели назад. Я в данном случае, можно верить, можно не верить, но разговор такой был. О том, что именно с этой целью собираются отбирать землю у тех, кто ее не использует. Присутствует, и вообще все присутствует плохое. Что... Законно мы просим ГАИ, ну дайте нам разрешение людей возить спокойно. Есть дорога объездная. Всю жизнь наши рабочие, наши дети ездили по этим колхозам, на этих полуторах, на этих ГАЗ-53, на этих машинах, на бортовых. Все нормально было. Как только мы сейчас ГАЗ-66 поставили, дорогу половину асфальт сделали, автобусами мелкими мы не можем возить. Получается, ну, потом сезон кончается, нам разрешают. Организуем такую встречу, есть такой, мы на Хасов приняли. После того, как земля будет получена, очень скоро она...